Мы делаем то, что любим, и любим то, что делаем. Раскачиваем полные залы своими простыми темами, наплевав на порядки, каноны, моды и стиля. Одна баланка, три микрофона, три MC. И нет оранжевого Каена, зато есть сцены. Пару сотен людей, знающих, что ЦАО тема. И похуй на клипы, мы клали на ротации. Важно, чтобы парни с местности смогли качаться на качелях. В этом городе дорог, чтобы отличали, где фейк, где толк, где пара, где смог. Кого продвинули, а кто реально смог, имея в арсенале только амбиции представлять столицу. Как это обычно бывает, что-то где-то кто-то самый прошаренный скачал из интернета, по-быстрому скинул на флешку телефона. К вечеру у половины людей с района уже стоит на рингтонах, с утра уже на болванках, подозрительных девятках и иномарках. И даже без сетки эти треки попадут к вам по холодным туннелям и трамвайным путям. Я на 7-м этаже, это как 6-й, но на 1 повыше. Иногда залезаю на крышу, и мне не важно, откуда дует ветер, лишь бы он не сдувал всякие мои там плюшки и шишки. Не знаю, что будет дальше, знаем, чего хотим. Легко ли быть молодым? И даже если захочу, уже не стану другим. Пускаем дым. Легко ли быть молодым? Не знаю, что будет дальше, знаем, чего хотим. Легко ли быть молодым? И даже если захочу, уже не стану другим. Пускаем дым. Легко ли быть молодым? Спасибо! Не знаю, что будет дальше, знаем, чего хотим. Легко ли быть молодым? И даже если захочу, уже не стану другим. Пускаем дым. Легко ли